У эфира программа «Новины региона» у студии Катерина Городницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску «Глядите». Минус 5 сантиметров от нулевого узроўню. Як могилевские реки реагуют на спякоту? Первое отделение у сапраўдным белорусским стиле. Молодых мати повиншевали с Днем Незалежности. Приступили навод до уборки рапсу. Уборочная кампания распочалася амаль на полмесяца раней. Чатыры населенные пункты у Дрыбинском и Славгородском районах потерпели за минулые сутки за мощных порывов ветру. Пошкоджены 9 сельскохозяйственных объектов, 12 жилых домов. От поваленных дрэв потерпели 5 автомобилей. А за урагану некоторые господарки позапланово вышли терминово убирать рапс. По словам аграрию, день и день на палетках сгублена тротина урожаю. До речи сёлета в вогуле за спякоты уборочная кампания распачалася амаль на полмесяца раней. Ранішні агляд палеткаў па-сапраўднаму шакіраваў, кажуць аграры і філіяла «Вендарыш», што ў Магілёўскім раёне. Хаця гэтае рапсавае поле ў 40 гектараў засявалі апошнім, і ў апошню чаргу планавалі ўбіраць, а цяпер хутка прыходзіцца ратаваць ураджай. Начала рапс трескацца, потому што былі ветра сильныя, прашлі ліўні, потом ветра, і вот мы только сёння смаглі выехаць в поле, і ўже пацеря ідуць ураджаю. Процентов 30%. Уже высыпалось на землю. Некоторые места недозревшие, приходится убирать. Рапс специалисты называют капризной культурой, и она потребует худкостной уборки. Каб минимизовать страты, механизаторы будут работать у весь светловый день, кажут у господарцы. Это очень важно для хозяйства, в первую очередь белковое сырье для нашего животноводства. В первую очередь это будет экономически выгоднее для производства, приготовления комбикормов собственного. Чтобы экономически выгоднее будет в дальнейшем получить рентабельное молоко и говядину. У Могилевской области до уборки этой алейной культуры приступила полова района. Средняя урожайность на старте – каля 15 центнеров с гектара. Это неблагий показчик, удокладнили у Аблсельгазхарчы. И литерально простый день комбайны пачнут обмолот збожжа. И оно так само поспело значно раней. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, «Новины региона». На Могилевщине распачалася додатковая бесплатная иммунизация дорослых супраць вирусного гепатиту Б. Штогод в области регистрируется больше 1500 выпадков заражения вирусом. Самая уразливая до захворывания взрослая группа от 25 до 40 годов, каля 90% инфицированных. Як оборонить себе от небеспечной хворобы, глядите у наступном сюжете. Манікюр, педикюр, пірсінг, татуіроўкі. Менавіта пры гэтых працэдурах у некалькі разоў павялічваецца рызыка заразіцца гепатытам Б або С. Кацярына паміж прыгажосцю і клопатам аб здароўі ставіць знак роўнасці. Я решила сделать перманентный макияж, и в беседе с врачом на приеме он мне посоветовал сделать прививку от гепатита Б, чтобы не заразиться. Поэтому я решила себя обезопасить. Заражение отбывается проз кроу. Например, у пляме крови на тканине вирус заховывается каля 2 тыдняў. И достатково самой малой дозы, каб вирус поселился у организме. Вот чему небеспека взрастает при частой измене половых партнеров и бытовых контактах у семьи, где кто-то инфицированы. При естественном развитии заболевания примерно 10-15% случаев заканчиваются циррозом печени. И до 10% случаев, к сожалению, гепатоцеллюлярным раком. Почему в зоне риска вот молодежь от 25 до 35 лет? Молодежь до 25 лет практически вся привита. К счастью, уже с 1996 года в национальный календарь прививок вакцинация гепатита Б была введена. Плановая вакцинация дозволила большему 35 разов снизить колькость захворывания острым гепатитом и практично цалком выключить инфицирование детей. Зараз первую такую пришепку немовляти отрымливаю первые 12 годин життя, потом 2, 3 и 4 месяца. Коли вы разумеете, что не отрымали у свой час пришепку, можно сделать это и зараз. Усяго 1 мл вакцины дозволяет оборонить человека от небеспечного вируса на все життё. Зробить ее можно у поликлиницы по месту жыхарства.
Дополнительная иммунизация проводится во всей Республике Беларусь в соответствии с рекомендациями Минздрава. Все просчитано, насколько это эффективно, насколько это целесообразно. И, безусловно, те лица, которые могут подвергаться наибольшему риску, будут вакцинированы. Звичайно, пік захворювання припадає на кінець осені, середину зими. Поскільки інкубаційний період довжиться від 2,5 місяців до півгода, отримується, що літній сезон відпочинку – найнебезпечніший період, коли можна підчепити інфекцію. Тим, хто не робив прищепку раніше і не хворіє вірусним гепатитом, спеціалісти радять не затягувати і пройти вакцинацію. Юліана Шликова, Денис Жавіна, новини регіону. Першая день у соправдным белорусским стиле. Волонтеры руху «Доброе сердце» и активисты Белорусского союза молоди повиншовали молодых мать с Днем Незалежности. Акцию «Подары немауляти вышиванку» что год проводит с нагоды головного свята Беларуси. Разом с молодью наша здымочная группа завитала до молодых мать у Могилевскую больницу номер один. Кветки, подарунки и увага. Что еще треба жанчине, якая несколько дней тому стала мать? А коли подарунки не только пригожие, приемно удвоя. Подарки понравились, все пригодится, все будем использовать и как сувениры, и как одежку. Конечно, приятно, интересно, такая распашоночка с таким символом, я такого даже не слышала просто. Вот, ну, очень радует, конечно, что внимание уделили нам. Такий подарунок не випадковий. Організатори лічуть, що така розпашонка-вишиванка повинна зберігати дитяті від неудач, надавати здоров'я, емоції. Нам очень важно, чтобы молодые детки, которые появляются на свет в преддверии Дня независимости, Дня республики, чувствовали, что они – это продолжение всего того, чего Беларусь достигла за все эти годы. Акция «Подары немаўляці вышиванку» протягнется до 3 липеня. Плануется наведать каля 200 маленьких могилевчан по всей области. Дарья Семенько, Александр Артемьев, новин региона. Зборная Могилевского района стала переможцей у агульнакомандным заліку 14-й летней спартакиады работников агропромыслового комплексу Могилевской области. Больше за 700 удельников собрались на гостиной Славгородской земли, как помериться силой, хуткостью и спрытностью. Аграры спаборничали у 9 видах спорта, а так само демонстрировали свои таленты у конкурсе самодельной творчести, рыбной ловли, подрыхтовцы ежи у полевых умовах. Творчие спаборництвы у все команды прошли на выдатно. У спортивном залеку, услед за переможцем, Могилевским районом разместились команды из Кировска и Славгорода. У особистых спаборництвах удельники спартакиады отримали амаль сотню узнагород, призов и сувениров. Зимовые старты работников агропромыслового комплекса в области примя Могилевский район. Низкий уровень воды за дефициту опадка у червени усталявался на реках Могилевшины. По информации гидрологов, а яны ведут назирание больше за 140 годов, уровень воды зараз на раце Днепру Могилеве складая минус 5 сантиметров от нулевого уровня. Для оправнания норма для этого периода приблизно 30-40 сантиметров. Дарэчы, летась у гэткі ж перыяд паказчык таксама быў невысокі, усяго 16 сантиметраў. Але былі гады, калі ўзровень падаў яшчэ ніжэй. Так, па інфармацыі гідролага, у зімку 2014-га Днепр упаў на мінус 31 сантиметр ад нуля. Тады гэта адбылося па прычыне рэзкага марозу. А вось летам 2015-га з-за адсутнасці ападкаў ўзровень вады на Днепры апусціўся на мінус 21 сантиметр. На остатніх реках ситуация подобная. Дарэчы, по словам специалистов, по причине такого низкого уровня воды на сёння на Днепры, Бярэзіні и Раце Сож возникают еще и проблемы с проходжанием судоходного транспорта. Алейли и на липень прогноз по колькости опадков не обнадеивая. Месячная колькость дажджоў чакается у межах средних значений, але месцами, кажут синоптики, их будет и значно меньше за норму. Нават при том, что до конца этого тыдня штодня прогнозуются короткочасовые дажджы и навальницы. Так, на сераду чакается пераменная воблачность, часам дождь и порывистый ветер до 18 метров за секунду. Температура поветра от 16 до 21 градуса. У четверг крыху теплей, до плюс 22 у день. А у пятницу снова мощный ветер до 20 метров за секунду и температурный слупок только на плюс 20. А вось на выходные тепло покрыху почне вертаться. У день будет плюс 23, плюс 24, але не обыдется без опадков. Самые актуальные новины нашей области на нашем сайте tvrmogilyov.by, а так само у группах, у социальных сетках. А я с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи!